Мы сегодня были в очень красивом месте на фабрике хлопкопредельной, которая будет реновирована. И там я для себя увидел просто некоторые интересные моменты, фрески, мозаики, которые я фотографировал. У нас получается, можно будет от Солнечной сесть на велосипед и доехать до Горьковского шоссе, переехать вот здесь усадьба Петра Яковлевского. Это у нас наш этап, который мы сейчас будем проектировать. Это следующий этап, это вот микрорайон Южный, усадьба Петра Яковлевского, вот здесь Лисья гора. Все желающие из парка, из Солнечной, из Заречной смогут пешком или на велосипеде добраться сюда, до центра Балашихи. Таким образом это станет таким единым парковым пространством.